Акция «Письма памяти» прошла в Биробиджанском центре образования ступени. Педагоги учреждения посвятили ее жертвам чудовищной трагедии в Подмосковье. Перед тем, как обратиться к людям, потерявшим родных и близких в результате теракта, все участники изготовили цветок крокус, который стал символом сострадания. Сегодня педагоги нашего центра стали инициаторами акции «Письма памяти». Именно в поддержку семей, которые потеряли своих близких людей, и в поддержку пострадавших людей в теракте в Подмосковье. Письма будут переданы в региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» для передачи их пострадавшим от теракта. На протяжении уже нескольких дней в центре проходят встречи с обучающимися родителями, педагогами, разговоры о важном на тему единства народов России в память о жертвах трагедии в Красногорске. Мы организовали специальные зоны, да, в которых мы поставили и фотографии, возложили цветы, поставили свечи в память о тех, которые погибли в эти тяжелые дни в Подмосковье. Коллектив центра преимущественно женский. Они работают с особенными детьми, остро чувствуют чужую боль и понимают, как важно сейчас сочувствие и поддержка семьям, куда пришла беда. По последним данным, в результате теракта в Крокус-Сити-Холле погибло 143 человека, еще 182 пострадало. Андрей Кирюшин, Константин Земляникин, Денис Листюхин, Новости 21.